Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена Сирано вновь приветствует вас на сайте. Сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще. Ведь все образовательные возможности, включая конференции, лекции, презентации, статьи, теперь есть прямо у вас дома, на компьютере или смартфоне. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не выходя из дома. В 2021 году цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в то же время, каждую субботу и воскресенье. В 15:00 начинается курс «Нутрициология», поддерживаемый компанией Nestlé. 15:30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Научный руководитель, профессор кафедры инфекционных болезней Татьяна Александровна Чеботарева. 16:00. Курс «Дентальная имплантация». Его ведут доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. 16:30. Авторский курс мини-лекций по кардиологии «Кардиологика» читает председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Курс ведут профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В прошлом полугодии мы провели 9 тематических циклов по 32 вебинара в каждом. Каждые выходные к нам присоединялось более 4000 врачей различных специальностей, которые за свою активность получили более 80 тысяч кодов НМО. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии», научным руководителем которого является заведующий кафедрой неонатологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 – курс нефрологии. Научный руководитель курса – профессор Станислав Викторович Мальцев. В 18:30 – курс неврологии для педиатров. Научный руководитель – профессор Валерий Петрович Зыков. Дорогие доктора! Мы благодарим вас за интерес к образовательным мероприятиям, которые разрабатываются специально для вас. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии», научными руководителями которого являются профессора Александр Сергеевич Аметов и Ольга Дмитриевна Остроумова. 19:30. Курс «Избранные вопросы хирургии и урологии», научный руководитель направления профессор Юрий Юрьевич Соколов. В 20:00 начинается курс по педиатрии «Диалоги с профессором», который ведет профессор, заведующая кафедрой педиатрии Ирина Николаевна Захарова. Дорогие доктора, Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии вместе с нами. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. До встречи! Глубокоуважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее, потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска.
Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы вас приветствуем на очередном вебинаре в рамках совместного проекта по повышению квалификации врачей-неонатологов и педиатров, которые подготовлены кафедрой неонатологии имени Виктора Васильевича Гаврюшова Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и Ассоциацией врачей первичного звена «Сирано». Сегодняшним гостем, который будет отвечать на наши вопросы и делать основные разъясняющие позиции, доклад, является доцент кафедры неонатологии имени Виктора Васильевича Гаврюшова, кандидат медицинских наук Александр Анатольевич Дементьев. Он же является и завучем этой кафедры, и он предложил, формируя повестку целого направления этих вебинаров, в качестве сегодняшней темы разобрать очень важный момент, связанный с хирургическими аспектами неонатальной помощи, а именно своевременной диагностики и тактики ведения детей с подозрением на непроходимость кишечника. Итак, кишечная непроходимость у новорожденных – это сегодняшняя тема. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот как вы считаете, можем ли мы начинать наше обсуждение, то, что называется, с объяснения причин развития этой патологии и чем вообще обусловлены эти клинические состояния у детей в периоде новорожденности? Да, вы знаете, для того, чтобы понять основные причины возникновения кишечной непроходимости в нашем возрасте, естественно, мы будем исходить прежде всего из так называемого органа или эмбриогенеза внутренних органов непосредственно плода. Потому что если мы будем говорить о кишечной непроходимости, которая манифестируется в периоде новорожденности, то, к величайшему сожалению, практически в 90% случаев причиной возникновения данной непроходимости является это пороки развития желудочно-кишечного тракта или брюшной полости. Мы все знаем прекрасно, что хирурги в основном выделяют 5 основных причин для возникновения кишечной непроходимости в периоде новорожденности. Первая и, наверное, самая основная причина возникновения данной патологии – это пороки развития, собственно, кишечной трубки. То есть, это различные варианты атрезии или стенозов. И, следовательно, если причина. Основная причина более 90%, да? Значит, нужно вспомнить эмбриогенез. Естественно. Закладку, да. Развитие, понятно. То есть, ну вот первая причина. Вторая причина, которая тоже бывает достаточно часто и вызывает кишечную непроходимость у маленького ребенка, это пороки развития, собственно, брюшной полости, то есть, это различные варианты опухолей. То есть, так называемые энтерокистомы, либо же это кольцевидная поджелудочная железа. Ну и, пожалуй, еще можно выделить 3 причины, с которыми нам приходится сталкиваться. Это пороки развития собственной кишечной стенки, это варианты нарушенной иннервации кишечной стенки, это так называемая болезнь Гиршпунга. Есть аномалии или пороки развития желудочно-кишечного тракта, когда кишечная трубка забита вязким кишечным содержимым, это один из вариантов муковисцидоза. Ну и последняя, к величайшему счастью, самая редкая причина – это пороки, которые сопровождаются с нарушенным поворотом кишечника. Вот из всего, что вы сейчас перечислили, если мы уберем наследственные нарушения, связанные с патологическим секретом, да, муковисцидоз, то в основном это пороки. Да, исключительно это пороки. Тогда, если можно, остановитесь на ключевых этапах эмбриогенеза, чтобы нам можно было бы дальше разбираться в этом более наглядно. Давайте мы начнем с того, что изначально так называемая первичная кишка закладкой происходит в ранние сроки эмбрионального периода, это 7-8 день естественной беременности. Притом, вы прекрасно понимаете, что изначально так называемая первичная кишка полностью изолирована от окружающей среды ротоглоточной и клокальной мембранами. При этом ротоглоточная мембрана в основном расплавляется только лишь в конце
конце третьей недели внутриутробного развития, а клоакальная мембрана только лишь в конце третьего месяца внутриутробного развития. Нарушенный процесс расплавления ротоглоточной или клоакальной мембраны может сам по себе уже привести к возникновению высокой или низкой кишечной непроходимости. Это первый аспект, на который целесообразно обратить внимание. Мало этого, есть еще один очень интересный момент. Приблизительно ко второй неделе беременности, а точнее говоря, к 12-му дню беременности, в первичной кишке можно выделить две основные составляющие части. Это так называемая внутризародышевая часть первичной кишки, из нее будет формироваться, собственно, желудочно-кишечный тракт, и так называемая внезародышевая часть первичной кишки, которая будет связывать зародыш с так называемым желудочным мешком. При нормально протекающей беременности, где-то приблизительно к 6-8 неделе беременности, должна полностью произойти редукция так называемой внезародышевой части первичной кишки. Если по тем или иным причинам нарушается процесс расплавления внезародышевой части первичной кишки, возможно формирование такой аномалии развития, как Меккелев дивертикул, который в последующем может тоже являться одной из причин для возникновения, собственно говоря, я имею в виду данной патологии. В том числе и кишечной непроходимости. Да. Один из вариантов клинических форм дивертикула Меккеля. Чаще мы знаем о возможном кровотечении, но варианты дебюта в виде кишечной непроходимости могут тоже встречаться к великому сожалению, естественно, неонатальном периоде. В данной ситуации. Да. Это вот то, что касается таких непосредственно нюансов. Плюс еще есть достаточно интересный момент, с которым нам приходится сталкиваться. К концу первого месяца беременности в так называемой первичной кишке реально выделят три основные составляющие части. Выделяют переднюю часть первичной кишки, и из нее у зародыша формируется ротоглотка, пищевод, желудок и половина 12-перстной кишки. Что еще очень бы хотелось отметить, то что из дистального отдела передней кишки у зародыша будет формироваться поджелудочная железа, и также из нее формируется печень. Поэтому мы считаем необходимым проводить достаточно подробное лабораторное обследование детей с высокой кишечной непроходимостью для того, чтобы исключить патологию развития и поджелудочной железы, и, собственно говоря, печени. Из средней части первичной кишки у эмбриона формируется, по большому счету, весь тонкий кишечник на самом деле. То есть, это половина 12-перстной кишки. Также из нее формируется тощая и подвздошная кишка. Ну и из задней части первичной кишки у эмбриона формируется весь толстый кишечник. Это, условно говоря, такое деление, которое существует. Что еще очень бы хотелось отметить. Первые, по большому счету, 2 месяца беременности слизистая первичной кишки растет, эпителий слизистой первичной кишки растет очень интенсивно, поэтому в первичной кишке изначально полностью отсутствует просвет. То есть она как бы закупорена. Но есть один маленький нюанс. Впервые первичный просвет в кишке появляется в области проекции 12-перстной кишки. И он из этого места распространяется как в головном, так и в каудальном направлении. Вот почему и существует, условно говоря, деление на высокую и низкую кишечную непроходимость. Формально проксимальные и дистальные просветы появляются, начиная от 12-перстной кишки. Да, либо же, как, ну, грубо говоря, когда размер зародыша достигает 2,5 сантиметров. И вот нарушение процесса расплавления кишечника, естественно, будет приводить к возникновению высокой или низкой кишечной непроходимости на самом деле. Плюс еще один момент, еще одна из причин возникновения, собственно говоря, кишечной непроходимости у маленького ребенка. Приблизительно на 6-8 неделе беременности из дистальных отделов первичной кишки формируются 2 выроста. Из дистальных отделов передней части первичной кишки формируются 2 выроста, которые начинают срастаться кольцевидно вокруг первичной кишки. И таким образом у плода, или точнее говоря, у эмбриона формируется поджелудочная железа. Если по тем или иным причинам в последующем нарушается редукция поджелудочной железы, мы сталкиваемся с такой аномалией развития, как кольцевидная поджелудочная железа, которая, к великому сожалению, в последующем может тоже привести к возникновению чаще всего все-таки частичной кишечной непроходимости у маленького ребенка.
Это вот основные причины возникновения, собственно говоря, кишечной непроходимости. Но вы ведь говорили еще один очень важный момент имеется, когда мы с вами в качестве основной причины эмбриогенеза считаем нарушение поворота кишечника. Да. Вот величайшим несчастьем это, наверное, пожалуй, одна из самых редких патологий, которая приводит к возникновению кишечной непроходимости у новорожденного. Но я сразу забегаю вперед, могу сказать, что это самая ургентная ситуация, с которой может столкнуться неонатолог в неонатальном периоде. И речь, естественно, пойдет о так называемых нарушенных этапах поворота кишечника. Принято условно выделять так называемых три этапа поворота кишечника непосредственно у эмбриона. Первый этап поворота кишечника. А забегая вперед, я забыл один маленький нюанс сказать. Во внутриутробном периоде первичная кишка растет значительно быстрее, чем растет сам зародыш в длину. И соотношение длины кишечника к длине тела зародыша составляет 10 к 1. То есть, естественно, что первичная кишка в длину превышает размер зародыша практически в 10 раз. Собственно, это и определяет необходимость поворотов. Да. За счет этого формируется так называемое U-образное выпячивание первичной кишки в пуповину. То есть, по большому счету, в ранние сроки эмбриогенеза, так называемая амфалоцея или пупочная грыжа, пуповинная грыжа или грыжа пуповинного остатка, является абсолютно естественным и физиологическим состоянием. И вот чтобы эта патология не сохранялась в постнатальном периоде, существует такое понятие, как поворот кишечника. Первый этап поворота кишечника происходит, начинается, точнее говоря, на 5-6 неделе беременности, но может начинаться и даже на 7-8. В чем суть первого этапа поворота кишечника? Кишечник из так называемой фронтальной плоскости переходит в сагитальную плоскость и происходит поворот против часовой стрелки на фактически 90 градусов. За счет этого поворота на 90 градусов происходит частичное вправление тонкого кишечника в брюшную полость. Александр Анатольевич, чтобы более наглядно это себе представить, то можно сделать такое не совсем корректное, но тем не менее понятное сравнение. Это, по сути, упаковка, правильная упаковка из временного хранилища непосредственно туда, где потом... Я бы даже сказал, это вкручивание. Да, но физиологическое вкручивание, которое позволяет уйти из временного хранилища непосредственно в брюшную полость. Окончательное хранилище. Да. Посмотрите, пожалуйста, есть еще один интересный момент, на который целесообразно обратить внимание. До этапа поворота кишечника, с чем мы сталкиваемся? До начала поворота кишечника весь кишечник и тонкий, и толстый имеет единую брыжейку. Это первый момент, на который целесообразно обратить внимание. При этом самое главное, эта брыжейка крепится только в области проекции 12-перстной кишки. Вся остальная брыжейка абсолютно подвижна. За счет этого тоже возможен исключительно поворот кишечника. Да, на самом деле настолько мудра природа, что дает возможность только в одной точке фиксировать с поворотом 360 градусов. Что в последующем и произойдет. Да, для того, чтобы можно было бы, еще раз я возвращусь к этому не совсем медицинскому, терминологическому, корректному сравнению, к правильной упаковке потом, нарастающей длины кишки по сравнению с длиной эмбриона. Да. Да. То есть, если по тем или иным причинам все-таки нарушился первый этап поворота кишечника, с чем мы сталкиваемся? А мы сталкиваемся с классической амфалоцелью, которая, естественно, является ургентной ситуацией и требует, в общем-то, незамедлительного перевода новорожденного ребенка в хирургический стационар. Второй этап поворота кишечника, он, пожалуй, наверное, самый сложный, который можно себе представить в природе. Он начинается приблизительно 8-9 недели беременности. Происходит поворот кишечника, опять-таки, против часовой стрелки, фактически на 270 градусов. То есть, происходит полное вкручивание тонкого кишечника в брюшную полость. То есть, кишечник полностью на этом этапе вправляется в брюшную полость. Но возникает один очень интересный момент. В данной ситуации что у нас получается? Весь, собственно говоря, весь комплекс и толстого, и тонкого кишечника будет располагаться над 12-перстной кишкой.
К величайшему сожалению, так называемая верхняя брюшечная артерия будет полностью пережимать 12-перстную кишку, что само по себе уже будет сопровождаться, условно говоря, кишечной непроходимостью. При том, что самое удивительное, весь кишечник будет смещен практически в левую сторону. И тонкий, и толстый кишечник. То есть, получается, это так называемый заворот средней кишки – в сочетании с пережатием 12-перстной кишки. Вы знаете тоже прекрасно это состояние, это называется синдромом Ледда. То есть это еще одна хирургическая патология, с которой нам, к великому сожалению, приходится сталкиваться. Это и есть не что иное, как синдром Ледда, который тоже требует хирургического вмешательства. И это тоже клинические проявления кишечной непроходимости. Ну и последний, как бы третий этап поворота кишечника. Это 11-12 неделя беременности, она тоже является очень и очень важной для, естественно, зародыша плода. По одной простой причине. Самое главное, что происходит на этом этапе. Первое. Происходит разделение брыжейки на брыжейку тонкого кишечника и брыжейку толстого кишечника. При этом брыжейка тонкого кишечника крепится, грубо говоря, в правой половине брюшной полости. А брыжейка толстого кишечника в левой половине брюшной полости. За счет такого прикрепления начинается перетягивание кишечника, и он занимает свое окончательное положение. То есть тонкий кишечник перетягивается из левой половины брюшной полости в правую половину брюшной полости, и слепая кишка опускается в подвздошную область на самом деле в этой ситуации. И получается как бы, ну то есть освобождается место. Тонкий кишечник уходит слева направо, а толстый кишечник уходит справа налево и занимает свое окончательное положение. То есть та точка, которая была на этапе начальном, да, она теперь как бы транслоцируется в две точки. И этими двумя точками природа пытается теперь найти наиболее гармоничное, комфортное расположение кишечника. Да. Если же, к великому сожалению, по тем или иным причинам нарушен процесс разделения брыжейки, вот вам еще одна из причин возникновения кишечной непроходимости. И самый неприятный момент, который представляет определенные сложности в диагностике для хирургов, может быть так называемое ретроцекальное расположение аппендикса. Потому что слепая кишка не опустилась в правую подвздошную область, и она немножко не повернулась. Поэтому аппендикс располагается на задней поверхности слепой кишки. То есть при возникновении аппендицита трудности с диагностикой воспаления данного червеобразного отростка. То есть, по сути, это только когда уже будут клинические проявления перитонита, мы можем заподозрить это состояние, поскольку типичные симптомы воспаления червеобразного отростка не дают картину, классическую картину клинического аппендицита. Да? Да. К великому сожалению. Александрович, вот это очень важно для понимания тех либо иных вариантов кишечной непроходимости. Знание эмбриологии – это не пустой, то, что называется для нас звук, а это основа, по сути, базис. Да, и позволяет нам понять, откуда взялась клиника той или иной кишечной непроходимости и причина ее возникновения, что тоже для нас достаточно важно. Ну вот, кстати, давайте теперь перейдем к вопросам, связанным с причинами и с клиническими проявлениями. Существует большое количество различных классификаций, подходов. Все-таки, что вы рекомендуете неонатологу в своей практике использовать? Какие самые простые есть вот эти вот рубрикации, упрощенные классификации, которые важны для практической деятельности? Вы знаете, по большому счету, мы можем пользоваться абсолютно той же самой классификацией, которой пользуются и взрослые хирурги, как таковые на самом деле. То есть, у нас своей, как таковой, классификации нет. Она не нужна. Она абсолютно не нужна, потому что самое главное с позиции неонатолога, наша самая главная задача – заподозрить кишечную непроходимость. Вовремя увидеть и обсудить вопрос. А говорить, какой уровень повреждения – это уже как бы в принципе вопрос специалиста. Я абсолютно согласен. Каждый должен заниматься своим делом, и в обсуждаемой теме сегодняшнего вебинара основная задача неонатолога – вовремя выявить симптомы,
которые позволят заподозрить кишечную непроходимость. А значит, решать вопрос о срочной консультации хирурга о переводе ребенка в специализированное отделение, в хирургическое отделение неонатального возраста. Вы знаете, это даже вытекает непосредственно из самого определения кишечной непроходимости. По большому счету, что такое кишечная непроходимость? Это ургентное состояние или неотложное состояние, при котором нарушен пассаж кишечного содержимого по кишечной трубке, что будет сопровождаться всего лишь двумя клиническими симптомами. То есть это будет рвота, либо ее усиление, либо появление. Естественно, это задержка или отсутствие отхождения стула. Вот два основных ключевых симптома. Александр Ильич, вот если позволите, вот на этом этапе я хочу, чтобы мы обозначили, если хотите, красным цветом и поставили знак восклицательный. Появление рвоты, либо усиление рвоты у новорожденного ребенка и отсутствие самостоятельного стула требует обязательного исключения в первую очередь хирургической патологии. Кишечная непроходимость обсуждается сейчас. И второй очень важный момент, который я тоже подчеркну красным цветом и поставлю восклицательный знак. Если мы задумались на эту тему, то нужно помнить, что это ургентное состояние. Нельзя откладывать обследование, согласование перевода и так далее на какой-то отдаленный период. Если мысль такая есть клиническая, она должна быть либо подтверждена, либо опровергнута. А это могут сделать только специалисты. Детский хирург в этой ситуации по ургенту должен быть сразу же для нас с вами привлечен. Поставлен в известность и должен быть приглашен либо на консультацию, либо мы ему должны донести нашу информацию в визуальном виде. Для того, чтобы они приняли решение о необходимости срочного включения в этот диагностический лечебный процесс. Хорошо, Александр Ильич, это очень важно, и я уверен, что все практикующие неонатологи, да и педиатры, собственно, тоже, если клинически подозревают кишечную непроходимость, они сразу же действуют именно по этому алгоритму. Но, тем не менее, вот как бы вы могли сказать, если теперь всю представленную вами информацию детализировать и привязать к тем классифицирующим, рубрицирующим направлениям, то по происхождению все-таки? Ну, по происхождению самое простое деление. Так называемая врожденная кишечная непроходимость и приобретенная кишечная непроходимость. Александр Анатольевич, подчеркните, пожалуйста, в отношении срока возникновения в неонатальном периоде есть какие-то различия? Всегда ли то, что называется врожденная кишечная непроходимость, возникает намного быстрее, чем приобретенная? Ну, я бы так сказал, врожденная всегда первичная по своему происхождению, а приобретенная кишечная непроходимость всегда вторична по отношению к основному заболеванию. То есть сначала должно быть либо какое-то тяжелое достаточно заболевание, родовая травма, тяжелая асфиксия, это могут быть какие-то электролитные или метаболические нарушения, или тяжелое гнойно-септическое состояние, которое будет приводить к возникновению, грубо говоря, пареза кишечника. Совершенно верно. Коллеги, очень важный момент, когда мы говорим о приобретенной кишечной недостаточности, мы обязательно должны понимать, что есть какая-то основная патология. А это вариант осложнения главного основного заболевания. Итак, врожденная и приобретенная. Спасибо. По механизму развития достаточно важно для нас понять, опять-таки, выделяют механическую кишечную непроходимость, которая доминирует в нашем возрасте, и так называемая динамическая кишечная непроходимость. Если говорить о механической, условно говоря, всю механическую кишечную непроходимость можно тоже разделить на три вида. Есть так называемая обструкционная кишечная непроходимость, и она в большинстве случаев мы с ней сталкиваемся в неонатальном периоде. Помимо этого, есть так называемая странгуляционная кишечная непроходимость, самая редкая и самая тяжелая, и она является результатом нарушенного именно поворота кишечника и нарушения кровообращения в брыжейке. Ну и последняя, если так можно сказать, комбинированная кишечная непроходимость механическая, это так называемая инвагинация. Что можно сказать по поводу инвагинации? Дай бог, к величайшему сожалению, она встречается в более позднем возрасте, то есть она более характерна грудничкам, но, тем не менее, в нашем возрасте инвагинацию может спровоцировать смесь с загустителем и применение адсорбентов. А в вашей практике были случаи развития инвагинации кишечника в неонатальном периоде? Да. Итак, доктора, по механизму развития.
механическая и динамическая. В свою очередь, механическая может быть обтурационной, странгуляционной и инвагинационной. Инвагинация. Да. Александр Анатольевич, по уровню расположения, вот вы уже много раз повторяли этот термин, высокая кишечная непроходимость и низкая. Да. Эта классификация на сегодняшний день имеет право на жизнь? Она имеет право на жизнь, и для нас этого тоже вполне достаточно, потому что немножко клиника отличается. Уровнем деления, естественно, является 12-перстная кишка. С позиции хирургов более целесообразно говорить о тонкой и толстой кишечной проходимости. Но мы одно и другое клинически и даже лабораторно отличить не можем. То есть, фактически, для практической жизни, суммировав те либо иные симптомы, мы можем пока еще использовать эту классификацию и говорить, высокая или низкая. А уже хирургические подходы позволят более детализировать эти состояния. Механизмы. Если не трудно, напомните нам, пожалуйста, симптомы, которые позволят заподозрить высокую кишечную непроходимость. Ну, условно говоря, высокая кишечная непроходимость – это непроходимость выше 12-перстной кишки. Что можно сказать по поводу высокой кишечной непроходимости? Ну, в ряде случаев, во-первых, можно антонатально заподозрить данную патологию. По одной простой причине. При так называемой полной высокой кишечной непроходимости беременность может сопровождаться длительным многоводием. И это многоводие обычно развивается после 16-18 недели беременности. Почему я называю эти сроки? Именно с этих сроков у ребенка появляется, у плода появляется амниотрофный тип питания. То есть он начинает активно заглатывать околоплодные воды. То есть существует многоводие. Раз. Второй момент, который может быть. К величайшему счастью, высокая кишечная непроходимость никак не сказывается на массоростовом показателе плода. То есть, он развивается внутриутробно абсолютно нормально. Гармоничное отношение массы, длины тела. Да, по одной простой причине. Основную массу питательных веществ плод получает гематогенным путем. То есть, желудочно-кишечный тракт особой роли не играет в внутриутробном развитии трансплацентарная плода. Передача от матери питательных веществ позволяет адекватно развиваться внутриутробно плоду. Да. На момент рождения. Ну, во-первых, опять-таки, это никак не сказывается на состоянии ребенка на момент рождения. Ребенок рождается в удовлетворительном состоянии. В ряде случаев на что может обращать внимание? Может быть, несколько запавший живот, но вы прекрасно понимаете, что это понятие очень и очень относительно. Первым и, пожалуй, самым главным симптомом, когда возникает подозрение на высокую кишечную непроходимость, является рвота, которая возникает с первых часов жизни. Притом, самое удивительное, эта рвота никакой привязки к питанию не имеет. То есть, она носит просто регулярный характер и, что самое удивительное, никак не сказывается на самочувствии ребенка. Значит, если мы с вами пытаемся выделить основные симптомы, то рвота, не связанная с приемом пищи, с кормлением ребенка, да, и не приводящая, по сути, к ухудшению его самочувствия. Да. Мало этого, может быть, я не всегда прав, но целесообразно обратить внимание, как это было бы не прискорбно, но именно по опыту, исходя из того, что для детей при высокой кишечной непроходимости рвота это сопровождает достаточно частой руминацией. То есть, ребенок как бы вырвал, он это жует и заглатывает благополучно обратно. То есть, ребенок чувствует себя достаточно хорошо. Живот остается мягким и абсолютно безболезненным при пальпации. То есть, первый клинический симптом, который свойственен для высокой кишечной непроходимости, это именно рвота с первых часов жизни. Регулярная, не очень большими объемами, но попытки накормить усиливают появление рвотного синдрома как такового в данной ситуации. Ну и второй достаточно важный симптом, на который целесообразно тоже обращать внимание, это задержка и отсутствие отхождения самостоятельного стула. То есть, в принципе, мы у этого ребенка можем получить меконий-подобные слизистые массы, но они у него будут отходить в очень незначительном количестве даже после очистительной клизмы. И если это классическая полная высокая кишечная непроходимость,
необходимость, мы никогда у него не увидим ни переходного, ни тем более окончательного стула. То есть, даже если мекония будет, то он будет скудный, редуцированный в небольшом количестве. И после отхождения мекония самостоятельного стула в дальнейшем не будет никогда. Просто не получим. При этом самочувствие ребенка практически не страдает на самом деле. Но за счет постоянной такой рвоты у него достаточно быстро развивается обезвоживание. Постепенно нарушаются электролитные, водно-солевые, метаболические нарушения. Понятно. В этой ситуации. Спасибо. Напомните нам, пожалуйста, клинические проявления низкой кишечной Если мы будем говорить о низкой кишечной непроходимости, есть несколько очень неприятных моментов на самом деле. Как это, то есть, это непроходимость ниже 12-перстной кишки. К величайшему сожалению, если мы берем наш возраст, чаще всего бывает тонкокишечная непроходимость. Это раз по расположению. И второй очень неприятный момент, который непосредственно существует, она редко бывает частичной. Чаще всего встречаются так называемые полные формы низкой кишечной непроходимости. Если мы будем говорить о внутриутробном периоде, первое и самое главное, низкая кишечная непроходимость никак не сказывается на внутриутробном развитии плода. Мало этого, она практически никогда не сопровождается многоводием, потому что амниотрофный тип питания у этого плоденыша будет существовать. На что обращать внимание? Никак это не сказывается и на естественном способе и родоразрешения. То есть ребенок также рождается в удовлетворительном состоянии. На момент рождения живот мягкий и безболезненный при пальпации. То есть ребенок чувствует себя хорошо. В ряде случаев может обращать на себя внимание несколько вздутый живот, но это тоже понятие очень и очень относительно. Самочувствие ребенка не страдает, он врожден в удовлетворительном состоянии, он готов есть, и при этом он ест. Ведущим клиническим симптомом в этой ситуации является именно задержка и отсутствие отхождения стула самостоятельного или даже после так называемой очистительной клизмы. Александр Анатольевич, а в этой ситуации мекония отойдет или нет? Как такового не будет. Слизь, возможно, отходить на самом деле, будет отходить, либо же мекония подобное что-то будет на самом деле, но тоже в очень незначительном количестве в данной ситуации. То, что касается самочувствия. Самочувствие первые и вторые сутки не страдает. У ребенка сохранен аппетит, он с удовольствием ест. Но что прежде всего обращает на себя внимание? По мере того, как он поглощает пищу, и при этом у него отсутствует отхождение стула, отмечается постепенное вздутие живота. Клиническая симптоматика появляется спустя некоторое время после того, когда ребенок переходит на характерный для этого уже постнатального периода характер питания. Питание. Когда он начинает есть, живот вздувается, и на вторые-третьи сутки жизни на фоне, казалось бы, условно говоря, полного благополучия у ребенка появляется классическая так называемая каловая рвота. То есть, это обильная рвота, притом она носит повторным характер. Именно идет кишечное содержимое, что не бывает при высокой кишечной непроходимости. И что самое удивительное, это рвота повторная или, можно сказать, многократная, с уменьшением количества рвотных масс, и она ребенку рано или поздно приносит однозначно совершенно облегчение. После этого он готов опять дальше потреблять свою пищу. То есть, он после того, когда срыгнул, когда произошла рвота, он хочет есть. Да? Он хочет он есть, готов опять он прикладывается есть к груди с удовольствием, либо к бутылочке, если ребенок вскармливается в силу ряда причин искусственно, до момента наполнения. Да, пока не наполнится желудочно-кишечный тракт, а потом сопровождается рвота. Да. Но здесь есть один подводный камень. К величайшему сожалению, при низкой кишечной непроходимости, так как происходит застой кишечного содержимого и перерастяжение кишечной стенки, достаточно быстро есть риск развития энтероколита на самом деле. И очень быстро возникновение токсикоза. Поэтому, к великому сожалению, чаще получается низкая кишечная непроходимость ставится в более позднем возрасте, когда у ребенка уже развивается энтероколит. Можем ли мы тогда, основываясь на этих положениях, которые только что вы высказали, сказать, что если у ребенка имеется клиника токсикоза, то значит мы вовремя
не обратили внимания на характер срыгивания. И на это тоже иногда, к великому сожалению, играет свою определенную роль. Понимаете, как бы заподозрить сразу у нормального здорового ребенка какой-то тип кишечной проходимости, если он родился в удовлетворительном состоянии и у него не было рвоты, ну, достаточно тяжело, тем более, что ребенок переводится в мать и дитя. Но на что целесообразно было бы обратить внимание? Есть два нюанса, на которые, ну, мы считаем, что есть необходимость обращать данное внимание. Достаточно часто в родильном доме, в периоде новорожденности, детям, у которых имеются какие-то респираторные нарушения или какая бы то ни была патология, мы делаем так называемую рентгенографию грудной клетки. И очень часто при проведении рентгенологического исследования, особенно маловесным детям, у нас попадает как минимум эпигастральная область. На что целесообразно обращать внимание? Есть такое понятие, как сроки заполнения желудочно-кишечного тракта воздухом. И первый воздух появляется в желудке при самостоятельном дыхании через 10-15 минут от момента рождения. Если ребенку проводилось еще и кислородотерапии, давал масочно-воздушно-кислородную смесь, то заполнение воздуха ускоряется на порядок. Через 20-30 минут от момента рождения воздух уже появляется в тонком кишечнике на самом деле. И приблизительно через час-полтора, максимум два, воздух уже находится в толстом кишечнике. Это будет так называемая восходящая и поперечно-ободочная кишка. То есть, в принципе, если мы сделали рентгенологическое исследование и у ребенка не увидели газонаполнение желудочно-кишечного тракта, даже при отсутствии клиники у нас может возникнуть подозрение на наличие того или иного вида кишечной непроходимости. Это первое, на что целесообразно было бы обращать внимание. Второй момент, который существует и который тоже целесообразно обратить на это внимание, это так называемое время первой дефекации. То есть, когда ребенок самостоятельно должен опорожнить кишечник. И вы прекрасно понимаете, что первый, кто опорожняет свой кишечник, у которого отходит мекония, это так называемые переношенные дети. У них мекония может отойти и в момент родов. Ну, если брать официальную статистику, в 80% случаев у них мекония отходит самостоятельно в первые 6, максимум 8 часов. На втором месте идут доношенные дети. У них отхождение мекония происходит самостоятельно в первые 8, предел 12 часов от момента рождения. Ну, естественно, дольше всех, у кого отмечается задержка отхождения мекония, это касается недоношенных детей. У них процесс самостоятельного отхождения мекония растягивается на 24, а то и на 36 часов. Поэтому у нас тоже существует очень простое предложение. Все новорожденные дети, которые в силу тяжести своего состояния попадают в отделение реанимации интенсивной терапии или же в палату реанимации или интенсивной терапии, они требуют прежде всего проведения очистительной клизмы с лечебно-диагностической целью. Мы им облегчим и процесс дыхания, и самое главное, мы узнаем, есть или нет у них кишечная непроходимость, чтобы не затягивать с постановкой непосредственно данного диагноза. Ну, а самое главное, в ряде случаев мы уже автоматически одну из форм низкой кишечной проходимости исключаем. Да. Речь идет, естественно, об атрезиануса в этой ситуации. Это вот то, что касается вот этих всех вещей, которые существуют. Александр Анатольевич, ну, мы с вами обсудили вопросы, связанные с причинами, вспомнили эмбриологические этапы закладки, формирования кишечной трубки, в дальнейшем формирование непосредственно желудочно-кишечного тракта, обсудили вопросы, связанные с существующими на сегодняшний день рабочими классификациями. Вы очень детально остановились на клинических особенностях кишечной непроходимости. Я думаю, что следующим нашим вебинаром мы посвятим тоже время для того, чтобы более детально пройтись по всем этим ключевым позициям еще раз и наполнить уже конкретными нозологическими формами и тактикой врача-неонатолога при подозрении на те либо иные варианты кишечной непроходимости в период новорожденности. Спасибо. Спасибо за внимание. Коллеги, ну и возникли вопросы, которые напрямую не связаны с нашей с вами
вроде бы профессиональной деятельностью, неонатологической, педиатрической, а в большей степени должны волновать хирургов. Но мне кажется, что мы должны быть, то, что называется, с ними в этом отношении в одной связке, в тесной связке, поскольку именно мы можем давать правильные советы после того, когда ребенок с момента оперативного вмешательства на кишечнике либо на других органах пищеварения требует уже перевода с парентерального питания на энтеральное. Поэтому и вопросы, которые вы мне задаете, они вполне актуальны и правильны, несмотря на то, что мы не хирурги, а неонатологи и педиатры. Да. Андрей Ильич, расскажите, пожалуйста, почему очень важно наладить правильное питание в послеоперационном периоде? Мы понимаем, что сама операция и заболевание, которое привело к операции, приводит к трофическим нарушениям. Есть высокий риск, если мы не будем восполнять необходимые питательные вещества, микроэлементы, витамины, что в этот период будет нарастать дефицит этих компонентов. Все это может привести к более затяжному периоду, послеоперационному развитию осложнений, ведь ни для кого не секрет, что трофика очень важна, адекватное энергоснабжение, белковое, энергетическое, для того, чтобы в целом резистентность организма была на высоте. Ну, если совсем уж упростить, чтобы иммунитет был адекватен, необходимо организм подпитывать для того, чтобы этот иммунитет был на высоте. И поэтому, конечно же, мы стараемся максимально сохранить энергообмен. И первый, самый ближайший период после операции восполнять это все парентерально. Но в дальнейшем, переходя постепенно на питание через зонд, мы должны уже использовать сначала частичное, а потом уже полное энтеральное питание. На что в таком случае нужно обратить внимание? На какие параметры нужно особенно тщательно посмотреть? Сегодня есть возможность для перехода на энтеральное питание, вначале пробное, частичное, потом увеличивая объем вплоть до полного энтерального питания, сделать выбор, поскольку среди заменителей грудного молока есть современные формулы, которые позволяют, с одной стороны, сохранить необходимую заместительную энерго- и белковую составляющую, поддержать иммунный ответ, нормализовать кишечный микробиоциноз и профилактировать риски развития аллергии. Поэтому очень важно обращать внимание на то, чтобы эти смеси были сбалансированы по витаминному составу, чтобы они содержали легко усвояемые углеводы, но при этом не были обогащены лактозой, чтобы они содержали обязательно среднецепочные триглицериды. Все это даст возможность лучше всасываться жирам, а жиры – это донаторы энергии. Витаминный состав позволит предотвратить нарушения метаболические, а легкоусвояемые углеводы дадут возможность быстро восполнить необходимые энергетические затраты. И очень важный момент – уменьшить нагрузку на другие компоненты при переваривании. В частности, лучше всего использовать те смеси, которые основаны на гидролизированных белках, либо содержат сами аминокислоты. Это даст возможность, с одной стороны, действительно уменьшить энергозатраты на переваривание, а с другой стороны, это предотвратит риск развития аллергических компонентов, особенно если отягощен семейный анамнез по аллергопатологии, поскольку белок коровьего молока – это один из основных продуктов, аллергизирующих ребенка в этом возрасте. Нутрилон Пептигастро – детская смесь на основе полностью гидролизованных белков, молочной сыворотки со среднецепочечными триглицеридами и нуклеотидами, предназначена для лечебного питания детей с рождения. Благодаря особому составу Нутрилон Пептигастро имеет низкую остаточную аллергенность, обусловленную наличием высокогидролизованного сывороточного белка, аминокислотный спектр которого соответствует спектру грудного молока. Удовлетворяет высокие энергетические потребности ребенка с мальабсорбцией с помощью высококалорийных среднецепочечных триглицеридов.
хорошо переносится при лактазной недостаточности. Высокая эффективность Нутрилон Пептигастро доказана международными клиническими исследованиями. Ну и, конечно же, по возможности, если была такая возможность, то сохранять грудное вскармливание и при адекватном усвоении энтерального питания, когда ребенок уже может перейти на вскармливание грудным молоком. Вначале через зонд, а затем уже, когда он совсем окрепнет, прикладывать его к груди, либо давать сжиженное молоко через бутылочку. Андрей Ильич, вы говорите о переходе от парентерального к энтеральному питанию. Как этот переход правильно осуществить? В какой момент он должен произойти? Здесь, конечно же, в первую очередь основная роль хирурга. Mm-hmm. Он оценивает состояние течения послеоперационного периода, он дает заключение о состоятельности анастомозов, о том, как ведет себя перистальтика. И вот если все эти компоненты адекватные, то тогда только начинается пробная попытка энтерального питания. Вначале небольшими, ну, трофическими, так мы их называем, объемами, с постепенным увеличением, с контролем за отхождением стула, за перистальтикой, за состоянием ребенка. Это, ну, если хотите, требует динамического контроля, наблюдения и принятия решений шаг за шагом. Большое спасибо, Андрей Леонидович. Спасибо.